Чебоксарах вновь разыграли Кубок чемпионов. За награды ежегодного турнира сражались 14 бойцов. Вызов чувашским файтерам бросили спортсмены из Мариэл, Татарстана, Чечни и даже Туниса. Дмитрий Шмелев из Чебоксар буквально не оставил шансов своему сопернику. Воспитанник чувашской школы единоборств уложил бойца из Казани на лопатки. А позже ему удалось провести и удушающий прием. Одержал победу наш спортсмен уже во втором раунде. За награды в этом году сражались и представительницы прекрасной половины человечества. Чебоксарской спортсменке Полине Петуховой золотая медаль далась нелегко. Признается, что в этот раз ей попалась довольно резвая соперница. Но все же против техники Полины представительница ульяновской школы кикбоксинга не устояла и получила меньше очков. Полина Петухова говорит, что этот поединок стал разминочным перед Кубком Европы. Соперница очень бодается сильно, головой снизу, и получается у меня поплыли немножко щеки. Мы поедем на Кубок Европы в сентябре, в Праге будет. Вот, тоже международный турнир, серьезный это. В общем, туда нужно готовиться, там очень серьезная конкуренция. Девушки со всего мира, первые номера своих стран. В общем, сейчас туда отдаю все силы на подготовку. Женщины уже захватили спорт в полном объеме. Во всех видах спорта мы видим красоту женского спорта. Ну и сегодняшний день бокс, кикбоксинг подтвердил, насколько сильны наши девушки, насколько это красивый и интересный вид спорта. Кубок чемпионов проходит в 11-й раз. В этом году обладателями его наград стали 5 чебоксарских спортсменов. Золотую медаль завоевал и кикбоксер из Туниса Дахман Сайфетдин, который учится в Чувашии.